Лучшие спектакли коллективов, работающих на языках финно-угорской группы народов, представят на фестивале «Моя Тул», что в переводе означает «негаснущий очаг». Постоянным местом проведения фестиваля стал Марийский национальный театр имени Шкитана. За 7 дней фестиваля с 24 по 31 мая зрители смогут оценить постановки артистов из Карелии, Удмуртии, Ханты-Мансийска, Мордовии, Республики Коми, Коми-Пермяцкого округа и, конечно, Мариэл. Хозяева фестиваля выставят на суд жюри 3 спектакля. Важно отметить, что этот год для мероприятия юбилейный. «Моя Тул» пройдет в 15-й раз. В этот раз будут гости фестиваля. Это театр имени Карима Тинчурина, татарский театр, и калмыцкий театр будет показывать свой спектакль «Горе от ума». Будут две площадки работать. Это сцена театра Шкитана и спектакли будут, два спектакля на сцене Русского драматического театра. Афиша фестиваля разнообразна и рассчитана на зрителей от 12 лет. Чтобы понять происходящее на сцене, владеть удмуртскими или карельскими языками совсем не обязательно. Спектакли будут идти с синхронным переводом на русский. Добавлю основной мотив ежегодного события – дальнейшее взаимодействие между театрами финно-угорских народов в целях взаимообогащения. Торжественное закрытие и вручение гран-при фестиваля «Моя Тул» состоится 31 мая.